Канализация нога инде. Канализация да нога. Вот одно из последних ЧП в семье Валиахметовых. После дождя из трубы, по которой стекают ливневые стоки, ручьем вытекает вода. Весь пол залит. Вот сейчас здесь вода идет сюда, и потом затапливает пятый, четвертый идет, третий вот до первого этажа. По словам хозяина квартиры, ливневая труба засорилась. После дождя там скапливается вода и под давлением сочится со стыков. Это уже третье подтопление за последние пару недель. Там внутри засор. Крыши делали прошлый год, зимой, летом. Пожалуй, кидали это молодежь, там молодежь делала его. Галина Евдокимова живет одна. При подтоплении собирать воду помогали соседи. Увидев последствия на то, что стало с ремонтом, женщине стало плохо. Пришлось вызывать скорую. Тут текло ручьем. Тут не успевала бегать, посуды ставить. Кошмар. Здесь вроде поставлю, в другом месте бежит. Весь туалет заливало, прям текло ручьем. Всего пострадали 3 квартиры. Управляющая компания, осмотрев дом, приняла решение заменить ливневую канализацию, а всем пострадавшим возместят ущерб. Алмаз Кашаев, Ренат Харасов, новости НТР.